Здравствуйте, хочу показать сорт яблони Росавка при зимнем хранении. Сегодня у нас 7 января, Рождество, большой праздник, время появилось. Думаю, надо снять, показать, какое оно. Красивое сейчас, блестящее. А яблоко, я его снимал уже на дереве на хранение. Вот оно какое в подвале при хранении чуть изменилось. Окраска, мякоть размягчилась, стала рыхлее. То есть оно с дерева такая плотная мякоть, твердая, когда кусаешь. Сейчас она не ватная, не мягкая, ну, не твердая. Лежит оно хорошо. То есть вот сейчас вот яблоки, такое ощущение, что только с дерева. Такие они вот красивые. Красивые, вкусные. В этом году набрал хорошо сахар, сорт. Болеет он очень мало. Ну, нельзя сказать, что он полностью иммунный, потому что парша его чуть-чуть хватает. Ну, не при небольших обработках. У меня где-то яблоки есть. Вот залеченная парша есть. Ну, оно хорошо себя показывает. Это урожайный сорт, сорт трудяга, так называемый. Очень прост в выращивании, неприхотлив к выращиванию. Любит, конечно, чтобы был на освещенном месте, он лучше окрашивается. Я в этом году он окрасился очень хорошо, сладость набрал очень хорошо, но их на дереве было не сильно много. А так он, конечно, постоянно с перегрузом идет. Его, конечно, желательно нормировать, но периодичности нет у этого сорта. Вот плоды без перегруза, если... Сейчас сложим яблоки, посмотрим, какие они по размеру. Тут у меня весы есть. Так. В средний вес у них 250-300 грамм. Плоды 300 грамм, 300, вот поменьше, 230 грамм, такие самые большие плоды, 300 грамм, ну, до 350 тоже были у меня, в том году там и вообще было мало, ну, грубо 300 грамм, 300 грамм, вот такие яблоки, то есть на в тени не будут окрашиваться так, на солнце не будут окрашиваться получше. Град был подбил, но не гниет. Лежат хорошо. Так, на вкус. На вкус. Сейчас попробуем на вкус. Не хрустит, не хрустящая. На вкус сочная, в меру мякоть, не твердая, сладость, легкий аромат у него сортового яблока, сладкий, не кислый, кислинка такая пикантная придает вкус. Мякоть белая-белая, красивая. Сорт очень хороший, вкусный, украинский. Я видел, как он, еще у меня его в саду не было, как он плодоносил, то, конечно, поражает. Яблоня, не видно листьев, увешано. Но они, конечно, по вкусу чуть похуже будут, если их очень много, они набирают сахара столько. Так что, их желательно, конечно, нормировать. Но периодичности нету, то есть каждый год у нас урожаем этот сорт. Хороший сорт. Так что лежит он до марта 100%, но оно у него мякоть будет. Оно будет лежать и дольше, но мякоть у него будет мягче, мягче и мягче быть. То есть я не люблю, когда они сильно мягкие, люблю больше плотные яблоки. Это на любителя. Сейчас, в принципе, нормально еще. Но я думаю, в марте уже будет у нее такой, не сильно. Прям мякоть такая по вкусу. Ну, не по вкусу, а по плотности. Вкус у нее хороший. Яблоки очень товарные, красивые такие. Берешь прям. Класс. Хороший, конечно, сорт украинский.
неплохой. Это обрабатывался. Так что сажайте. Хранится хорошо, выращивается легко. Не надо там ему, как Голдену, саморынки, каких-то там условий. По 5, по 7 раз брызгать их за лето, чтобы сохранить урожай товарности. Чтобы его никто не поел, не поболело оно. Хороший сорт. Спасибо, всем пока.